я поставлю. Шервани Мурадов, Республика Дагестан, Махачкала, 96 килограммов, тренер Алиев Муртазалиев, чемпион Европы прошлого года, двукратный победитель международного турнира серии Гран-при Иван Ярынин, чемпион России. Чемпионат России выиграл в 2005 году. Коста. Его соперник Мишель Батиста Мартинес. Первый период выиграл борец Кубы. 1-0. Thank you.
5-1 перед последней встречей тяжелого веса.